Всем привет! Надеюсь, как вы уже успели заметить, у меня новая разукрашка. Она называется Pets, Palace Pets, что обозначает королевские питомцы принцесс Диснея. Вы уже, наверное, видели, я раскрасила несколько картинок, но самое главное, что я хотела вам сегодня сказать, это то, что оказывается в этой раскраске есть один очень приятный бонус. Это наклейки. Вот здесь в серединочке я обнаружила целую-целую кучу наклеек с разными питомцами и принцессами. Все, что пожелаете. Вот и сегодня мы будем наклеивать наклейки. Я очень долго думала, куда же бы их наклеить. И придумала. Я буду наклеивать соответствующего питомца и его хозяйку, принцессу, на картинку, которую я уже разукрасила. Например, я уже раскрасила Treasure, или сокровище. Это котенок Ариэль, русалочки. И я буду наклеивать на картинку с изображением этого котенка, буду наклеивать соответствующую наклейку. Итак, поехали! Вот, например, у нас есть картинка с принцем Эриком и маленькой Treasure. Итак, берем наши наклеечки. Вот, посмотрим, где у нас тут Treasure. Вот она у нас есть, поет какую-то песенку красивая такая. Ее к принцу Эрику. Так. Еще она у нас вот есть с ракушечками. Мы ее наклеим, ну, например, вот сюда. Правда, она у меня здесь немножко другого цвета получилась, но это я случайно. Вот тоже у нас Treasure. Так, открывается. Ну-ка, иди сюда. Вот она. Мы ее давайте наклеим. Ну, например, вот она очень похожа вот на эту. Поэтому мы ее сюда и наклеим. Вот она. Что у нас еще есть? Еще Treasure. Скачет куда-то, бежит. Мы наклеим. Да хотя бы вот сюда. Найдем еще Treasure. Вот еще есть. Так. И у нас есть вот такие картинки с Ариэль. И вот сюда. У нас еще есть красавица. Красивенькая Treasure. Наклеим мы ее вот сюда. Так. Потом вот она куда-то бежит. Вот она очень похожа вот на эту, которую мы уже раскрасили. Поэтому я сюда ее и наклею. Вот. Так, где она у нас еще? Вот. Страницы не были такими пустыми. Ну и, конечно же, мы можем наклеивать и другие всякие картинки. Например, здесь есть картинка с ракушками. Конечно же, мы можем ее наклеить, потому что она подходит к нашей тематике, к принцессе Ариэль и ее маленькой помощнице. Вот, они здесь, например, собирают замок. Мы сюда можем приклеить нашу ракушку. Вот сюда. Вот наши ракушки. Так, теперь еще где? Где она у нас еще есть? Ну, помогайте, где, показывайте. Вот она! Сидит. Ставим ее вот сюда. Так. Где еще у нас есть? Вот ракушка. Можно Ариэль корону вот такую сделать. Вот так. Опа. Ну, прикольно. Еще что? Вот такое красивое зеркало
с ракушками мы тоже положим рядышком с ореей. Вот сюда. Наверное, это ее зеркало. Красивенькое сердечко. Сердечко мы приклеим вот сюда. Так. Потом еще есть у нас такой цветочек. Его мы тоже можем приклеить сюда. А вот и сама Ариэль, которая держит на руках маленькую тележку. Эта картинка у нас уже была. Вот она. Сюда и приклеим. Вот здесь сверху. Вот так. Опа. Готово. Еще вот это. Treasure идет. Как раз как на картинке прям. Сюда же мы ее и поместим. Так, где у нас еще трэш? Вот, осталась еще одна картинка. Вот она сидит. Та-дам, песенки поет. На корабле это она едет с принцем Эриком. Потому что он ее нашел и привез ее к Ариэль. Вот она, самая основная, последняя картинка, как они строят замок. Вот, мы ее так прямо сверху, вот так. Ну и приклеим маленькое еще сердечко. Что бы еще такого приклеить? Ну, бантик, наверное. Да, давайте вот такой бантик. Вот так. Опа! Теперь у нее есть маленький красивый бантик. Все. Спасибо за внимание, друзья. Не забывайте подписываться на мой канал. Будем смотреть много новых разукрашек. Пока, до встречи!